Юрич, куда полотенце Федоровича кладет, вы помнишь? Наверх или туда вниз? Наверх, наверх. Dennoch auch nach Balleroberung sehr viel, sehr schnell umschalten, gerade in die Vertikale. Das erwarte ich heute von meiner Mannschaft. Я не могу сказать, что команда Химки играет строго от обороны. Это команда, которая достаточно активно играет впереди. Они вступают в прессинг, порой играют высокий прессинг. Для нас будет очень важно, как мы распорядимся мячом при владении. И в том случае, когда у нас будет отбор, нам будет принципиально важно вертикально выходить в контратаке. Спасибо. Спасибо. Самый слабый. Судьи, можно за ним? Судьи, пошли. Давай. Thank you.
Можно. Константин, насколько для вас тяжелее выходить в старте, чем в замене? Для меня без разницы, выхожу на замену или в стартовом составе. Мне нужно выкладываться на полную, что и стараюсь делать. Для гола в первом тайме чего не хватило? Я думаю, что не хватает нам всем последней передачи и завершить атаку, чтобы забить гол. Есть ощущение, что в первом тайме все-таки забьете? Конечно, мы будем сейчас до последней давить. Когда мы забьем уже гол, нам будет легче атаковать и пойдут, я надеюсь, еще голы. Да, все здесь. Пойдем, ребят.
Интерактивное зеркало заднего вида. Поместится все, что дорого вашему сердцу. Абсолютно новый Chevrolet Traverse.